котику? Вот мамочка наша делает такое чудо татарское. Как вам говоришь, называется? Громко! Кастрюльби или как вам? Да, кастрюльбики. Кастрюльбики! Это вот мама сделала тесто такое же, как на обычный пирог Далиш. Да. И начинка крученая. Крученая курага, перемешанная с вареньем. Вот такие в сравнении с маминой рукой, вот такие вещички. Чтоб удобно было в рот брать, чтоб раз. Чтоб в рот раз, раз и положил штучку. А вот они в реаликах, рядом с Лисаночкой. Ну, малюсенькие они получаются, ну, примерно сантиметра по 3,5 длиной. Примерно 2,5 шириной. Такая крысотища. Какой вкусный пирог какой-то. Мама, какие-то да, будут печеньки попробуем. Маленькие вкусные, да, доча? Ага. Вот учись, как мама делает. Я не могу, чтобы сделать.